Посмотрите, что у нас происходит. Что у нас происходит? Вот так мы валяемся. Что-то нашло на кошку. Зайка. Маркиза. Маркиза, ну вот только-только настроила все для фотосъемки. Зая. Вот так мы кувыркаемся. Вот так красиво кувыркаемся. Кошке 3 года. Но она у нас стерилизованная. И мне кажется, все-таки что-то находит периодически на нее. Да? Чего-то мы нанюхаемся. В данный момент нанюхалась шкатулку. Оп! Я тут обещала со всеми здороваться. Периодически забываю. Ну, простите уж, пожалуйста. Всем здоровья, всем здравствуйте. Вот так мы кувыркаемся. Я тут наконец-то, муж подсказал, вспомнила про свою светодиодную лампу. Тоже была с ней эпопея, как я ее получала долго, упорно, чуть не полгода. Она ко мне ползком ползла с Али. И вот, пожалуйста, муж подсказал, что есть же вот место, да, вот такие красивые кошки. Местечко для телефона. Почему бы тебе не попробовать не поставить? Вот он сегодня у нас день на работе. И я быстренько его комнату оккупировала. Вот. Так, попробуем вот так немножечко так развернем. В общем, я смогла наконец закрепить телефон на этой лампе, она на треножнике. Очень удобно снимать. Просто я ее передвинула немножечко. И все. Зая! Диван. Сейчас плед ни на что уже не похож. Сейчас плед обдерем. О, папе покажу. Вот. Вчера по телевизору он там настроил все на компьютер. Через шнур. Только-только в Одноклассниках ролик посмотрел про Маркизку, как мы ее разбудили. Вот. И перешел на YouTube, а я его подписала на свой канал. Вот. Пожалуйста, только что там Маркизу рассматривал, потом по телевизору показали. И она сама рядом сидит. Маркиза! Маркизка, Маркизка. Вот. Сейчас закончим про Маркизу съемочку. Вот. И да, мой хороший, и покажу еще кое-что, кое-какие материалы. В общем, это у меня тоже пробный ролик. Вот. Так что мы тут нюхаем. Вот. Вот так. Вот даже видно, у меня тут лежит уже пряжа, ленты. Нух-нух-нух-нух. Маленький следопыт. Красавица! Ой, такая красавица! Вот ни одну кошку я так не любила. Зая, это не трогай, это моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж там такое мы вынюхиваем? Испугалась, что ли, чего-то? Ну, правильно. А я, значит, буду потом... Эй-эй-эй, нельзя этим играть. Все. И убежали.